Перчатки. Привет, ребята! И мы сегодня в лаборатории Гуджитсу Hero Creator создать своего героя! Сегодня мы вместе в нашей лаборатории создадим своего собственного Гуджитсу! Своего Блейза Гота! Создадим его самостоятельно вместе с вами! Для этого у нас есть вот такой набор. Он называется Hero Creator. Посмотрите, и здесь мы будем создавать вот такого Блейзагота. Для этого у нас все есть. Нужно будет смешать, наполнить, и потом можно будет им играть. Как всегда, сзади у нас есть QR-код. Этот QR-код ведет на сайт Гуджитсу, где вы можете посмотреть все об этих героях и монстрах Гуджитсу, узнать историю, откуда они появились. Да я уже думаю, то, что все знают, то, что герои Гуджитсу появились от падения метеоритов в зоопарк. Да, поэтому всю эту историю можете переходить на сайт и читать ее. Так, смотрите, у нас с вами есть Блейзагот. Но еще в коллекции также есть Страж. Вот тут еще нарисован Ищи, также Траша. Его также можно создать с его уникальными наполнителями. Ну что, Филипп, ты готов вскрыть эту новую упаковку и создать героя Гуджитсу? Да. Все игрушки Гуджитсу тянутся более чем в 3 раза. Давайте их продемонстрируем. Пока Филипп там аккуратно все открывает, мы с тобой это все продемонстрируем. Держись, держись, я отпускаю. Еще их можно надувать. Да, можно их надувать, тянуть, различно скручивать. И сегодня мы создадим сами нового Гуджитсу. С таким наполнителем, который мы сами захотим. Показывай, что у нас тут есть в наборе. Так, открывай. Мне очень интересно, потому что впервые в линейке мы будем создавать сами своего уникального Гуджитсу. Так, давайте посмотрим. Там каких-то 3 пакетика. Кости, и они такие мягкие. Так, а здесь шарики. Шарики. А там что? Это был наполнитель. Аккуратно, а то у него пахнет. 1 пакетик, 2 пакетика, 3. Сейчас мы все увидим. Нифига себе, он и так очень крутой. Подожди, подожди. Так, смотрите, реально пустой Гуджитсу. Впервые в жизни мы видим пустого Гуджитсу без... Он будет при помощи насоса его головы надувным. Да подожди, не торопитесь. Я не могу никогда говорить, что впервые мы видим пустого Гуджитсу. Так, вы торопите события, дорогие мои лаборанты. Так, я заметила то, что здесь есть инструкция. Сразу вот вижу то, что нужна вода. А, вода. И еще надо его сначала вот сюда, Кирилл, вставить, а не как ты откручивал сразу. Нет, сначала нужно открутить голову, Фил. А как? Сначала прикрепи его к установке, чтобы его тело не двигалось. Для начала ему нужно открутить голову. Откручиваем голову. Раз. И... Да подожди, да покажи, что тут находится. Филипп, вы делаете все очень быстро. У вас же лаборатория по изучению, поэтому нужно ребятам все показывать поэтапно. Смотри, Филипп, он устанавливается без головы. Хорошо. Откручиваем голову. Раз, тут у нас крышечка. Откручиваем. И тут у нас еще одна крышка. Мы ее тоже откручиваем. И устанавливаем в этот прибор. Давай. Устанавливаем Гуджитсу. Испытуемый номер 1. Установлен. Затем заполняем героя твердыми гу-наполнителями. Уникальные наполнители у нас в этом пакетике. Так, профессор Флип, открывай первый пакет. Открываем первый пакетик. Береги руки. Давай, покажи, что там. Я буду вашей медсестрой, которая будет помогать. И делать укольчик, кто себя плохо ведет. Мне очень хочется посмотреть на эти гу-наполнители. Вот это такие пластиковые шарики. Кстати, у последнего Гуджитса, подожди, не у этого, да? Не у этого. А у кого? А, у других тоже были твердые. Блейзагота, кстати, и теперь, были. Да, теперь мне.
самом деле вы можете фантазировать и добавлять совсем другие вещества. Например, все, что вы захотите взять из дома, вы можете взять. Да, например, что? Например, конфеты туда засунуть, да? Она плавает, маринуется там, потом вы через пару дней достаете, съедаете. Да, но только тогда надо чистую конфету и чистую жидкость. Но мы будем... Ой, извините. Извините, будем делать так, пока как по инструкции и с теми наполнителями, которые нас имеют. Теперь мы должны добавить косточки. Угу. Это второй наполнитель. А вы хотите и косточки, и шарики? О, это будет круто. Хорошо. А теперь нужно еще вот этот вот гу наполнитель. Здесь написано. О, да, да, да. О, так эта косточка, она тоже у нас. Она тянется. Она мягкая. О, она нормально тянется, так я хочу сказать. Смотрите. Вот, смотрите, она прям отлично тянется. Гуджисо, гуджисо. Так, профессор Филипп, лаборант Кирилл. А сколько ты косточек хочешь туда забрать? Все. Все, понятно. Все, что есть. Хорошо. Так, и вы можете действительно, ребят, заполнять гуджицу чем хотите. Если бы комментарии были включены на этом видео, то мы бы вас попросили написать, каким наполнителем вы бы хотели заполнить гуджицу. Но вы, ребята, можете писать в сообществе. Мы всегда читаем. Да, пишите в сообществе, и мы прочитаем. Дальше нам нужно закрутить вот эту штуку по инструкции. Закручивайте. Так, берем и закручиваем. А жидкость? А гужидкость? Гужидкость? Достаем вот эту штуку. Ты пока беги за водой. А зачем вода, скажите? Чтобы наполнить гуджицу. Так, а вот и это... также надо еще потрясти этот пакетик 5 секунд. Трясем. 3 секунды. 5 секунд, да. Не потрясти, а поджмякать. Нет. Так, жмякаем уникальный гу-наполнитель. А зачем вода? Нужна вода. Хорошо. Все, теперь самое тяжелое. Открыть, чтобы... Все не пролит на стол. А теперь наполняем емкость гужидкости. Наполняем. Слушайте, а ты думаешь, нужна вода? Может, только с одной гужидкостью хватит? Мама, да воды, воды и воды. Кстати, тут уже потекло по шприцу. Да подожди, еще рано. Поставь его вот сюда. Вот видишь, тут специальный крепеж. Все удобно, все придумано для того, чтобы вам было очень удобно создавать своего героя гуджицу. Принес водичку. Ты как Дэвид Копперфильд пришел. Кстати, наверное, если ребята не знают, Дэвид Копперфильд — это иллюзионист. Давай немного, пожалуйста, чуть-чуть. Да вот. Не чуть-чуть, надо, чтобы... Да, ну, здесь нужно до метки, да, вот. Где, покажи, покажи мне вот точно. Метка. Вот метка. Смотрите, вот метка, до нее нужно долить. Серьезно? Ты скажи, когда стоп. Стоп. Смотрите, какие там процессы происходят интересные. И теперь я закрываю это вот такой вот. Стой, давилкой. Чем? Давай, Фил. Давилкой. Так, ты давай давилкой, чтобы оно ничего... Сначала мы вставляем эту, чтобы было аккуратнее. Вставляем, все. И теперь нажимаем. Аккуратно. Наполняется, смотрите. Точно. Ой. Я прям чувствую, как он наполняется силой гуджитсу. Все, Филипп, давай. Его прям мышцы, смотрите, раздулись. Так, теперь следующий этап, это какой? Голову ему надеть? Там еще у нас немножко гуджиткости осталось даже. Ну да. На следующий раз. Стой. Да, давай. Закручиваем. Ну как, скажите мне, пожалуйста, это увлекательный процесс? Да, это очень круто. Особенно для любителей гуджитсу. Это так интересно создать своего... С уникальными наполнителями. Ну что там? Это вообще. Вот. Смотрите, у нас получился настоящий гуджицу. Теперь в нем есть огненная жидкость. Надо ее. Огненный вихрь. Устроим молот костей. Давайте его потянем. Создали своего собственного героя гуджицу. А теперь посмотрим, насколько он крут в растяжении. Давай. Я очень крутой. Так же, как все гуджицу. Смотрите, он растягивается больше, чем в 3 раза. И плюсом мы можем наблюдать все, что происходит внутри. На ваших глазах ожил герой гуджицу Блейзагод. Мы наполнили Блейзагода жидкостью. И теперь он будет сражаться с Рок-Джо. Используем всю мощь силы гу.
сумасшедший профессор. Так, рассказывайте, что вы придумали сделать. У нас есть молоко и шоколадки. Мы создадим первого в мире съедобного гуджитсу. Хочу сразу предупредить, чтобы все знали, что мы удалили из Блэйзагота огненно-золотую блестящую жидкость. Промыли гуджитсу хорошенько водой. И шланг тоже промыли. То есть у нас абсолютно весь гуджитсу, контейнер, все абсолютно чистое. Теперь будем создавать молочно-шоколадного гуджитсу. Так, сейчас мы наливаем также до вот этой метки. Это пошел такой настоящий эксперимент. Первый в мире съедобный гуджитсу. Так, Кирилл накромсал каких-то конфет сюда. И теперь заливаем его молоком. Молочный бэби гуджитсу. Так, достаем его. Так надо было вначале туда шоколад засунуть, а потом уже молоко. Шоколадки. В общем, как вы видите, это очень-очень интересный, увлекательный процесс. Мы создали Блэйзагота, но не забывайте, что в коллекции есть еще один герой гуджитсу. Траш? Да, Траш. И у него совсем новые наполнители, другие. Там внутри идет серебристо-голубая блестящая жидкость, акульи, зубы и фигурки морских обитателей. Это тоже будет мега интересно. Поэтому ставьте лайк, кому нравятся новые Hero Creators. Так, ну и давай, первый в мире молочный гуджитсу. Слушайте, очень даже классно получилось, смотрите. Он очень прикольный. Так, так, шоколадку найди. Шоколадный удар. Бам. Давай надуем, давай растянем. В общем, по функционалу он остался точно таким же. Мы его будем растягивать. Давайте. Молочный гуджитсу! Шоколадками внутри. Прикольно. Я надеюсь, что уже все поставили лайк к этому видео. Набор «Создай своего героя» очень-очень крутый. Давайте соберем мегалайкос. Мегалайкос. Давай-давай. Все необходимые ссылки вы найдете под этим видео. Ну, а мультик, я надеюсь, все смотрели. Кто не смотрел мультик, ссылку на мультик мы тоже оставим. Этот мультик легко посмотреть на ютубчике. Ну все, друзья, пока-пока и до новых встреч!